Потому что видно российского законодательства, у них нет такого. То
есть наш случай, как нам обещали, это точно как по выходу, но стоим, это курс не платит, это человек не дает. Это либо нехорошая работа. Нет, но у меня трудно перейти уже работать на линии закона, чтобы тем украинцам отпущенным, которые останутся на перетурку на территории русского сердца, все равно дали так. Значит, вы, военнослужащих на территории Украины, украинской стороной до сих пор не оговорена процедура. Процедура не оговорена, это такого какая-то, такого заместа оборот. Процедура выхода не оговорена, поэтому пока что все желающие выйти собираются в пункте отправки, пункте отправки, видимо, отдельно будет, вот, и там ждут, ждут отправки на материал. По тем, кто желает ехать, я говорю, пока что мы не можем собрать, потому что должен собрать вещи и интерфазы контрпазы. По увольнению. Те, кто могут быть увольнены приказом командира части, выполняют командир части, то должен быть уволен приказом старшего начальника, отражает распоряжение старшего начальника. Семьи военнослужащих, которые будут здесь, на собственном материке, можно будет забрать. Военнослужащие, которые будут здесь, в этой стране, крымская, может будет решать. Те, кто не военнослужащие, будут здесь. Записаться могут только при наличии собственника. А, полоска. Всего при наличии собственника. Подготовки. Спешат начать подготовку. С 1 июня она уже начинается. Задача налет летчиков за до конца года. 20 часов. На план.
Ну, сейчас все-таки надо поработать по новому штату, потому что у нас от штата дня новые дети уже пришли. Поэтому мы им задали, что это будет новый штат. Бойцов и таких. Правда же. Типа различных. Там до сих пор существует перевозрывный пул, поэтому конфликтование проблем нет. Рекомендую перейти на новую ось. Тема, в принципе, пообщавшись, понял, что бумага относительно меньше, но проблема в том, что не пришел. Значит, на сегодня начинаем проводиться инвентаризация. Кстати, по крайней мере, сколько копий, которые физически не заходят, уже подойдет. Начинается сегодня проведение инвентаризация. Думаю, на всех материально ответственных лицам разобраться с своим войном, сколько находится. По моей просьбе, когда я буду заниматься только коллеги, если будет идти определенный приказ командиров, когда мешают раздам командира, то все, кто назвает, будет заниматься инвентаризацией. Вопросы можно формально адекватно. Сейчас, после построения ко мне зайти начальник штаба, начальник управлял, товарищ Борисов, товарищ Бедов. Я. Остальные, все командиры подразделения, все должны стоять, значит, порядок, наводят сегодня порядок на территории, территориях, по мне напоминать не надо, все осталось как и прежде. Наводим порядочек. Единственное, что внешний вход пока что поставлен без ДК. Остальное это будет нормальный вход. В принципе, пока что все. У кого есть вопросы? Инвентаризация на русском языке. Ну, я думаю, что как бы это самое. Видите, кто мне есть, то, что предварительно написали. Время идет, и пока что нужно это время все тянуть. Знали, давай, быстро, потому что кто-то может быть решение принял остаться, а на самом деле потом как-то что надо уезжать или наоборот. Может сейчас уезжать, но побольше узнаете, если расскажут. Поэтому, когда я расскажу, что завтра собираемся, либо сегодня после этого собираемся, еще на завтра. Тогда я напишу. Да, я тоже особо смысла не вижу, но по этому вопросу будет тебе заплатить вклады, когда человек пойдет, посмотрим форму рапорта. Какая она должна быть? Если там предусмотрена форма рапорта, да, без этого больше. Я так понимаю, что офицерский состав, который берет в армии, как и группу на своих коллеги, будет ставить либо Очаков, правоохранный состав, либо Киев. Ну, я бы тоже ставил его ставки, хотя четвертый комплект, потому что это и ходит.
Ну, вот ситуация, значит, сегодня, товарищи.